есть человек, ну немножечко так, я вам скажу, не очень опрятного вида, да? Чуть-чуть не бритый, как и я, да? Чуть-чуть, да, слегка. Так, ходит по центру Севастополя, и никто его из полицейских не трогает. Вот вам и ответ на права человека. У нас, да, у нас нет сухого закона. Как на Украине, так и в России нет сухого закона. Но если человек немножко больше поклоняется Бахусу, чем другие, это не преступление, да? Владимиру Владимировичу Путину счастья и здоровья желаю. О, видите, все. И всем российским людям. Все даже всем... потребители и поддерживатели отечественного товаропроизводителя ликероводочных изделий поддерживают Владимира Владимировича Путина. Да? Да. То есть скажи, тот патриот, который пользуется отечественным товаром, да? Здесь, водка русская тоже отечественный товар. Да.